Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики, гости. Сегодня ролик посвящен стендовому моделизму. Так, по случаю заказал фигурки взрослых и детей, чтобы подешевле было 3 пакета по 50 штук. Вот в таком хорошем пупырчатом конверте пришло. Ничего не испортилось. Но поскольку они белые, чтобы как-то было хоть что-то понятно, я их вот так вот высыплю. Фигурки в масштабе 1 к 100. Для чего я их купил? Вот один пакетик. Купил я их потому, что у меня есть 3 парусника в масштабе 1 к 100. И вот такая дурная мысль меня посетила. А вдруг я сделаю какую-нибудь диораму? Вообще это для железнодорожного моделизма. Здесь есть вот товарищ с сумочкой, товарищ с палочкой, обзовем его с клюкой. Вот девушка стоит, мальчик сидит. В общем, сами видите, фигурок очень много и разные. Вот. Несколько типов здесь. В каждом пакете по 50 штук. Вот. 3 парусника, ну не знаю. Даже не знаю, использую ли их, но вот такая мысль есть. Вдруг сделаю парусник возле перрона. Зашел в порт, а там люди стоят, ждут. Не на железнодорожном вокзале, но на перроне, там, в порту. Вот такой короткий обзорчик покупки. Покупал на AliExpress, доставили очень быстро. Ну, AliExpress сейчас вообще быстро работает. Так что, вот это вот, за рекламу не сочтите. Если видео было полезным, ставьте пальцы, подписываемся. И до новых встреч. Оставайтесь на канале, будет интересно. Пока-пока, всем творческих успехов.